Тем временем в Когалыме развернул свою работу оперативно-региональный штаб. Власти, медики, полиция и Роспотребнадзор объединили усилия, чтобы дать отпор коронавирусу. Возглавил рабочую группу начальник управления развития системы здравоохранения профильного департамента Руслан Ерышев. Оперштаб усилил противоинфекционные мероприятия в городе. Колл-центр больницы увеличился с 5 мест до 10. Специалисты консультируют горожан по телефону до 23:00. Кроме того, врачи создали группу в мессенджере. Практически круглосуточно они отвечают на вопросы жителей, которые касаются ковида. На контроле структуры и медицинский транспорт. Что хочу сказать, что скорая помощь обеспечена, работает 5 бригад, из них 2 ковидных. Амбулаторная служба обеспечена автомобильным транспортом, работает 9 бригад на город. 2 автомобиля для работы в этих бригадах выделено администрацией города Когалыма. Также оперштаб контролирует и торговые точки. Тем, кто игнорирует масочный режим, выписываются штрафы. Только за одну неделю составили 58 протоколов. Также стали чаще обрабатывать общественные места дезинфицирующими средствами. Теперь помогать рабочей группе будут и общественники. Хочу сказать, что мы встречались с диаспорами, национальными, которые у вас находятся. Договорились о том, что совместно сейчас ведется патрулирование с добровольно-народной дружиной, составлен график. Спасибо им огромное.